Что мы знаем о свином гриппе? Ну, во-первых, мы знаем, что правильнее его называть новый грипп или грипп H1N1. Что по данным ВОЗ, смертность от него не очень высока, примерно 0,5% от общего числа заболевших. Тогда как, к примеру, во время эпидемии птичьего гриппа может умереть до 60% заболевших. В России, согласно официальным данным, всего 28 лабораторно подтвержденных случаев заболеваемости новым гриппом. И все эти случаи связаны с зарубежными поездками. Не так давно из Великобритании вернулась группа екатеринбургских школьников. И среди этих школьников обнаружились те, которые умудрились подхватить вот этот самый новый грипп. И в связи с этим главный санитар Главный врач России Геннадий Онищенко решил запретить российским школьникам групповые поездки за рубеж до особых распоряжений, как говорится в тексте вот этого самого письма распоряжения. Но мне кажется, расстроятся все. Расстроятся школьники, которые весь год мечтали отдохнуть от родителей, пообщаться со своими сверстниками несколько недель, возможно, даже поизучать английский язык. Расстроятся родители, которые выложили немалые деньги за зарубежные поездки своих детей. Им не вернут деньги за визы, им не вернут деньги за билеты, такая практика не распространена. Им не вернут деньги за проживание их детей в лагерях, которые они уже заплатили, потому что принимающая сторона выполнила все свои условия. Но и расстраиваются очень правоведы-юристы, которые напоминают Геннадию Онищенко о том, что в Конституции России записано: «Свобода передвижения является неотъемлемым правом гражданина Российской Федерации, и запрещать ему покидать пределы Российской Федерации – это неконституционно и незаконно». В общем, тема спорная, тема эта, думаю, будет обсуждаться еще долгое время, посмотрим, как будут развиваться события. Возможно, многие люди, которые хотели отправить ребенка в зарубежную поездку для изучения иностранного языка, теперь передумают, отправят его в деревню к бабушке, и, кстати говоря, не факт, что там ребенок не подхватит какой-нибудь деревенский грипп.